Коллектив Ярославской региональной национальной культурной автономии поздравляет с юбилеем региональной национальной культурной автономии азербайджанцев Московской области. Желаем удачи, процветания. Однозначно, без сплоченного дружного коллектива за эти годы нельзя было достичь такой серьезный результат. Региональная национальная культурная автономия азербайджанцев Московской области – один из лучших автономий, который показывает со своими реальными результатами, который служит во благо многонационального российского общества, во благо мультикультурального. Наша Родина – Республика Азербайджан. Сегодня нам, азербайджанцам, проживающим в России, не безразлично, что происходит на нашей Родине. Воспользуясь случаем, поздравляю всех азербайджанцев с великой победой. Поздравляю азербайджанцев с наступающим праздником. Сегодня мы отмечаем десятилетие Московской региональной национальной культурной автономии. Завтра отмечаем День Республики Азербайджана. 19 июня отмечаем День России. Так что у нас два родина – Республика Азербайджан и Россия. С праздником, дорогие азербайджанцы! С праздником, дорогие россияне!